Доброе утро, Жакусь. Ты уже без меня тут хозяйничаешь, малыш? Привет, привет. Так ему вкусно там в катке есть. На столе уже перестал есть. Носит свои орешки туда. Что, моя радость? Что, мой хороший? Ну, пойди изучи свой комод еще. Пойди посмотри, Жакуля, а что там? Смотри, Жакусь, а вон орешки твои еще там. Банку можно убирать, будем приступать к комоду. А комод, ребят, я сделала. Мужа нашла в гараже. Вот эта коробочка предназначена для шурупов. Позаимствовала. Так что, я думаю, Жакусе понравится. Все, там нет ничего. Посмотри, там у тебя, видишь, орешки там, Жакуль. Посмотри в коробочке, видишь? Орешки там в коробочке еще есть. Вот там. Много орешков. Посмотри здесь. Давай тарелочку уберу, чтобы тебе удобнее было. Пей-пей. Не забираю я твои витаминки. Не бойся. Жакусь, там уже нет ничего. Посмотри здесь, Жакуль. Посмотри. Нет, вот здесь, Жакуся. Жакуль, вот тут, в этой. Посмотри, вот здесь. Ладно, надо банку убрать. Жакуль, смотри, вот тут. Видишь орешки, Жакусь? Посмотри, вот там орешки. Вот здесь. Видишь? Вот там орешки. Вон. Видишь? Вот здесь орешки твои. Видишь орешки? Первый так дам, чтобы знал, что они там. А дальше уже пусть сам. Все, позавтракал. Ребят, посмотрите, что творится. Ёшкин кот. Это что-то. Вот зараза, я уже убрала с пола. И эта тварь мелкая уже в тарелку лазит туда. Кошмар какой-то. Это тут спряталась однозначно. Если раньше я их видела только поздно вечером, то сейчас стало приходить днем. Вот зараза, надо мышеловку поставить, а то расплодятся. С мышеловкой это, конечно, не вариант, потому что Жакуся может себе что-нибудь повредить. Поэтому обрабатываю средством отпугивающим. Надеюсь, поможет. Там Жакуся по стенкам точно не лазит. Жду Жакуся на ужин. Банда прилетела. Буду сидеть тихо. Может, пойдут в тарелку при мне. Идите есть. Ничего я вам не сделаю. Там на полу уже ничего нет. Идите в тарелку есть. Жакуль, ну ты молодец. Я думала, ты уже не прилетишь. Что такое, мой хороший? Что случилось? Вот такой ты у меня. Фулюган. Да? Что? Ну давай пей. И это я заберу. Жакуль.
Это я заберу. О, где орешек твой? Где твой орешек? А, это тебе надо. Ну, давай, на. Давай, занимайся. Занимайся на ночь глядя. Опс. Что будем делать? Вот так вот. Скажи, нечего там в моей тарелке. Нечего в моей тарелке. Тут уже очередь. И синички, и голуби. Да, дорогуша, надо тебе ждать, пока жак улетит. Сидит, ждет. Красотка. Ну вот, улетел. Теперь твоя очередь. Давай. Ты же ела, пока жак со мной тут занимался. Сейчас чего боишься, трусишка? Вот, молодец. Вот умничка. Ешь, ешь, я спокойно буду сидеть. Посмотрите, что делается. Опять эта зараза сидит в тарелке. Жирная такая, раскормила я ее. Все, голуби пролетают. Тарелку буду убирать. Все тщательно чистить и зерновые выносить жаку, когда будет прилетать. Тарелку убрала, все почистила. А теперь стою и думаю, она же и сюда может лазить. Куплю я белую ловушки в зоомагазине и расставлю. Поймаю и отнесу куда подальше. Нечего у нас тут хозяйничать.